Сегодня глава Чувашии Олег Николаев встретился с председателем сертификационной комиссии федеральной программы «Деревья. Памятники живой природы» Сергеем Пальчиковым. На повестке дня бережное отношение к лесным массивам, парковым зонам, озеленение городов. Поводом для встречи стала приятная миссия. Председатель сертификационной комиссии вручил Олегу Николаеву диплом, свидетельство того, что наш знаменитый дуб из Маргаушского района занял второе место в конкурсе «Российское дерево года» и известен теперь на территории всей нашей страны. Известно на всю республику, известен теперь на территории нашей страны, и он является финалистом конкурса «Российское дерево года», занял второе место. Сергей Пальчиков рассказал о проекте «Здоровый лес». Он реализуется в разных регионах страны. На территории республики ситуация меняется в лучшую сторону. Мы провели рабочую встречу с администрацией города, где мы как раз обменялись знаниями. Я, в свою очередь, предложил присоединиться городу к проведению бесплатного образовательного проекта. Мы помогаем формировать на территории нашей страны городским администрациям условия для комфортного и безопасного отдыха граждан. Мы распространяем те технологии, которые давно используются в европейских странах,